здесь вот такой старенький домик. Старенький, видимо, давно не реставрированный. Кошечки. Так, вот здесь дверь для великанов. В полтора этажа опять. И вот давно не реставрированные балкончики. Дверь, конечно, железная, но форма осталась. О, там заложены окошечки. Вот они. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и внизу шесть. Как минимум шесть этажей. Уже колонны посовременнее, века так, наверное, конца 18-го, с эркерами. А вот здесь здание стоит, у него вот окошечки уже высоко расположены. Оно, видимо, не так давно было относительно построено. Так, почему здесь окошечки в земле не сделали, интересно. Так, интересное такое место. Ну, судя по тому, что здесь штукатурка единожды накладывалась, он, видимо, не так часто реставрировался этот домик. Слой-то штукатурки не очень толстый. Вот здесь вот как какой-то старый камень. Что это? Тут видно, что мавра летит. Вот здесь сколот, а вот здесь сколот. Снизу. Какой-то старый камень. Потому что это фундамент. Или это цокольный этаж? Вопрос. Вот еще такой момент. Зачем подоконнички на асфальте? Так. Непонятно. Подоконники из камня и полежат на асфальте. Ну вот, я так предполагаю, что это. Вот тут, наверное, был первый этаж. Вот какой-то выступ. Вот. Вот эта часть выступает. Что это? Это цокольный этаж был.
Вот я достаю рукой. Это вот он настолько в землю ушел. Получается, что так. А сверху уже, видимо, надстраивали. Вот это все. Я предполагаю, что, может быть, это даже был первый, это второй этаж. Хотя нет, наверное, был вот это первый. Потом достроили второй, третий. А потом уже четвертый, пятый. Похоже, что так. Вот тут, видимо, была раньше дверь, хотя непонятно, почему тоже сделали такую высокую. Два этажа там разделено. Может быть, здесь была дверь, а может быть, и окно было. А вот и дверь. Вот дверь. В общем, непонятно ничего, как это было построено, что тут видно. Видно, что какой-то цемент. Цемент. Это что тут все сыпется? Что тут тоже какие-то цементы? Тоже вообще все сыпется. Вот что это? Нет, наверное, старая, не новая. Вот. Это штукатурка. Тут просто все сыпется. Это, наверное, новый цемент. О, бедный, он дом скоро вообще упадет. Вот. Что это есть? Непонятно. Что какая-то крошка. Ну вот это уже современный, видимо, цемент. Тут кирпичи. Вот кирпичи и старая штукатурка. Вот слой штукатурки толстый. Там дерево. Дерево старое, значит, дверной косяк был давно. Вылонили старую дверь и поставили железную металлическую. То, что здесь вот крошится эта стена, это удивительно, из чего же она сделана-то. Ага, тут смотрите, что какая-то деревяшка. Какое-то дерево старое. Деревянное перекрытие, видимо. Ну вот они. Интересно, какого года? Вот слой штукатурки. А тут уже окно без подоконничка. Так.
арестуют за повреждение памятников культуры. Мне просто интересно посмотреть, что там. Кирпич. Опа. Вот один слой штукатурки. Вот, видимо, первый родной. О, там тоже. О, там даже палец лазит. Вот один слой. Какой-то на цемент похож. Это второй белый. О, смотрите. О, боже мой, как они живут. Ё-моё, ну ладно. Простят меня, надо быстрее валить. Вот, смотрите. Последний современный, видимо, слой штукатурки, который тонкий. Так. Все, в общем, вот все лежит на полу. Дом рушится. Никто не реставрирует. Все. Вот это современная штукатурка. Все. Я пошла, пока меня не арестовали. А вот как выглядит этот дом с Дегтярной улицы. Вот он. Часть окон просто вообще замазана. Видимо, там никто не живет. И, скорее всего, он в плачевном состоянии внутри. Тут, возможно, какие-то жилые помещения, организации. Вот тоже интересная штучка старая. Что мне вот для факелов, что ли? Для чего это нужно было? Это настоящая, родная. Может, и видавшая виды. Кончик уже отвалился. Напрочь вывалился. Можно зато посмотреть конструкцию, из чего он сделан. Так, вот металлические балки. Там деревянные какие-то балки. Дом рушится. Тут вот еще подъезд. А вот здесь вот, видимо, черная лестница была. Двери намного меньше, чем парадные. О, тут даже еще есть какое-то обозначение МО Смоленское. Двери, скорее всего, это новые, ну, современные. А вот эта штука, ну, очень сильно проржавела. Значит, это уже поздняя конструкция, как мы знаем, 18 век. Ржавеет. Вот тут тоже что-то этаж. Тут вот тоже есть какая-то конструкция ржавая, и там, видимо, были патроны. Вот старая, это новая, непонятно. Ржавая, конечно, очень. А вот здесь вот такой подземный вход в нижний этаж. Очень глубокий. Да.
еще один. Копия паспорта, ну там всего много надо копий. Там... Вот он, этот домик. Покажу этот дом с другой стороны. Ну, здесь все просто, без изысков. Трубу можно посмотреть. Ну, в основном все как обычно везде. Горшочек, наверное, новый, клумба. Это тоже новое, видимо, все. А вот это может быть и старенький. На старенькую клумбу. Так, это вот тут за углом. Тут уже сделали ремонт. Ну, хотя ремонт, ну, когда-то был, да. Тут первый этаж ободранный, конечно, очень. Так, там что еще? Тут интересное место. Вот моя рука, кирпич. Вот он. Сколько больше моей руки? Раз. Давай, тоже все сыпется. Кстати, очень мокрый. Там у них, наверное, сыр в подвале. Очень влажный кирпич. Я же спересенил, как они живут. Конечно, рама деревянная, но заложенная. Изнутри заложенная. Не видно. Сейчас не фокусируется. Так вот. Деревянная рама. Что это, дверь была? Или окно? Там вот кирпичом заложено. Не видно. Может быть и дверь узкая какая-нибудь, черновая. А тут вот все горело. Вот оно какое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще восемь. Ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Внизу этаж. Тут тоже закрыто. Опаньки. Что там? Вот что-то.
там. Сама не вижу, что там. Какие-то стены зеленым покрашены. Так. Ну, вот что внутри. Так вот это все выглядит. Старая труба. Так, если тут 7 этажей. Кирпич красный. Это большой. И раз. Большой. Ну, значит, что? Тут какая-то вот такая штука лежит. Тут все горело. Так, а с этой стороны получается. Раз, два, три, четыре. И пятые вот эти маленькие окошечки с крышками, с такими. Ага, а вон еще идет этаж. А, ну тогда, в принципе, получается, да. Вот они этажи. Еще плюс под землей вон сколько. Так, а вот это дом. С лицевой стороны, со стороны 7-й советской. Соседний дом 23, ну тут написано 21, 23, 25. Скорее всего, раз он присоединен, этот дом. Новому, как мне сказали, что вот этот дом, он недавно построен, новый, где был въезд в гараж. То есть он уже, конечно, современный, новый, просто с той стороны немного не видно. А вот это тот, который я вам показывала изнутри, где внизу в подвале зеленые стены. Что мы тут видим? Давайте приблизим, посмотрим. Дом, конечно, в очень плачевном состоянии. Все крушится, рушится. Никому не нужно ничего, никто не реставрирует. Ну, может быть, он и выставлен по срокам на ближайшую реставрацию. Дверь открыта, можно зайти посмотреть, что тут внутри. Угу. Ну да, дверку же надо как-то открывать было. Сколько тут? Ну, метра полтора точно есть. Так, вот тут я еще нашла что-то. Кирпичи. Кирпичи. Здесь можно посмотреть. Тут все сырое, очень сырое. Что там внутри, я не вижу. Что там, какая-то пустота. Это, видимо, старый асфальт. Но я уже положена. Там просто мне не видно, что внутри. Все опадает, осыпается. Что как-то вот так. Решетка перекошена. Так, посмотрите, какого года этот домик. Отсюда это выглядит вот так. Очень симпатичненько. Что там, какие рельефы наверху. Так, вот это... Видимо, парадный подъезд был. Так, здесь барельеф к
крепим оборону СССР. Понятно, что тут какое-то административное здание было. Немножко удалим. Вот главный вход почему-то маленький здесь. Кошечки в земле, то подвальное помещение. Вот так, здесь вот такие маленькие оконцы круглые. А вот, кстати, адрес. Снимаю Советская, 21. Так. И вот у нас. Что-то пошла красота. Вот они, колонны. Венки. Улитка, ракушка. И вот тут красивый барельеф. Как они на это говорят? Мальчики Пуцы называются, да? Держит какой-то шар. Может быть, здесь какой-то вензель был раньше. У одного мальчика яблочки под ногами. Не понимаю, тут разница в том. Может быть, потом на камере можно будет посмотреть. Вот здесь круг непонятно. И он на чем-то сидит. Ну, да, заморачивались. Даже мальчики не однотипные, нестандартные. В разные стороны смотрят. Так вот. Ну, здесь фасадная сторона. Женская голова с фруктами. А, кстати, мальчики тоже с яблочками были. Еще вот такой идет замудренный барельеф. Там какой-то год был, а раньше написан, немножечко проглядывает что-то, но непонятно. Вот они колонны. И там все осыпается. А вот как этот дом, 7-я Советская, 21, выглядит с противоположной стороны. Даже балкончик живой. Видимо, часы. А может, что-то получается, что я обошла вот этот вот весь квадрат и сняла все дома, которые мне попались вот сзади этого квадрата. Вот я шла от купола по улице, которая между домами видна, и снимала все подряд, то, что мне попадалось. Поэтому, может быть, это и не один дом, может быть, один объединенный, потому что они все тут слеплены и написано 20. 3, 21, 23, 25.